Анорексия не такая уж редкая болезнь в наши дни. Девушки получают ее в своем стремлении выглядеть стройными. Когда черта, разделяющая стройность и начало болезни, пройдена, запустить обратный процесс просто невозможно. 6 лет назад в студию программы «Пусть говорят» пришла 19-летняя девушка Аня Йогурчукова. При росте 1 метр 68 сантиметров ее вес составлял всего 26 килограммов. Она начала худеть, когда ей было 17 лет. За 2 года от прежнего веса девушки осталась всего 1/3 часть. Худеть Анна начала после того, как над ней пошутил одноклассник. Мальчик обратил внимание на то, что у Ани есть лишний вес. Девушка восприняла его слова близко к сердцу и решила это исправить. Поначалу все шло хорошо, килограммы постепенно уходили сами. В скором времени Аня поняла, что она не может есть, организм просто не слушает ее. Теперь с каждым сброшенным килограммом девушка чувствовала себя все хуже и хуже. Анна поняла, что сама не сможет справиться со своей бедой, поэтому и решила обратиться на программу «Пусть говорят». Специалисты и зрители в студии хотели помочь ей кто как мог. Например, стилист и парикмахер Влад Лисовец сказал, что готов сделать девушке классную прическу, если она поправится хотя бы на 3 килограмма. Прошел год с момента выхода передачи в эфир. Аня вместе с мамой вновь приехала на передачу. Девушка очень сильно изменилась. Она поправилась на 22 килограмма и выглядела счастливой. Как и было обещано, прическа была классная. Мать Анны рассказала, как дочь боролась с болезнью. К слову, девушка сама справилась с анапексией, ей не помогали ни психологи, ни врачи. У нее было огромное желание, которое помогло. Аня получила высшее образование, вышла замуж. Девушка уверена, что эта болезнь к ней больше не вернется.